Всем привет! Один из моих подписчиков недавно задал вопрос, чем отличается плетение двуликий Янус. Янус, товарищи, Янус! От плетения королевской кобры. Вот у меня есть два браслета. Королевская кобра. Как видно, классика. На фастексе. Вот она внутри одна кобра, вот сверху вторая. V-образное плетение, классическая, брутальная, одноцветная королевская кобра. И вот наш двуликий Янус. Вот так будет лучше видно рисунок плетения. Как видно, да, буковки V, одна в другую, двухцветные, смотрятся, как по мне, вообще бомбезно и очень необычно. И давайте посмотрим на них рядом. Ну вот так вот, для сравнения, видно, что королевская кобра шире и явно толще. Вот. А двуликий Янус немножко уже, немножко более такой интересный, как по мне. Хотя королевская кобра — это классика. Ну вот как-то так они смотрятся вместе. Можно сравнить, посмотреть, выбрать для себя. Всем спасибо. Всем пока.